Мы в Вильяминове рядом с автобусной остановкой. Раньше здесь были заросли травы, сейчас траву убрали. Дорожные службы закатали здесь асфальтовую крошку, и это хорошо. Но из-за того, что не стало зарослей травы, оголилась вот эта опора электропередач и, собственно, фонаря. Внимание! Истронет объявляет конкурс. Тот, кто угадает, в какую же сторону упадет эта опора, получит бесплатно целый месяц интернета от компании Истронет.